1-2, this is Battleship. You are cleared for launch. Good luck out there. А зачем вам вообще фрилансеры? Вооруженные силы Рейнланда вполне способны сами решить любую проблему. Оцепили сектор, нашли обломки, изъяли данные. И тем самым дезавуалировали своего бывшего агента? Выставили на всеобщее обозрение все свои интересы? Не говоря уже о том, что интересующая нас область находится вне юрисдикции Рейнланда? И кто согласился бы с нами работать после того, как мы устроили бы подобный цирк? Работать с агентами не напрямую, а через сторонних лиц и независимой организации – это мудрость, идущая из глубины веков. Мы можем играть в игру, Герр Трент, или не играть. Единственное, что мы обязаны делать – это соблюдать правила. Кстати, одно из правил, Герр Трент. Если вдруг с вами произойдет что-то неприятное, то мое ведомство ничего о вас не знает, а вы, в свою очередь, ничего не знаете о нем. Ясно все с вами, работники ножа и топора. О, извините, плаща и кинжала. Герр Трент, мы приближаемся к общине местных шахтеров. Они добывают редкие металлы на астероидах. Интересующий нас человек находится на бывающем судне Матильда, позывной Джакоба. Просто передайте ему, что вы от Вильгельма. Мне светиться в этом секторе нельзя, тем более на этом корабле. Поэтому я на время сойду со сцены. Чтобы получить доступ на рудокоп, вы должны добыть ключ. Ключ можно добыть в астероидах. Атакуйте внутренние полости ближайших астероидов своими пушками. Если полость астероида разрушилась зеленым взрывом, значит с астероида можно добыть ключ. Уничтожьте все полости этого астероида до тех пор, пока ключ не выпадет. Доступ к станции будет открыт сразу же, как только вы заберете ключ в свой трюм. Если полость астероида была разрушена с белым взрывом, то на этом астероиде не будет ключа. Вы должны будете направиться к следующему астероиду и попробовать снова.
to dock is granted. Proceed to dock one. Приветствую. Смирительно. Чем обязан? Вильгельму вы обязаны. Что есть, то есть. И что же на этот раз понадобилось Геру Вильгельму? Координаты одного разбившегося корабля. А, это проще простого. Я сейчас вам скину все точки происшествий и с повреждением судов за прошлый месяц. Точность позиционирования плюс-минус 20 мм. Выбирайте, что вам нужно, фильтруйте по критериям. Спасибо говорить не надо. Мы вместе полетим. Это вам еще зачем? Вильгельм сказал, ты должен мне указать на место интересующего события, а я должен его найти. А как я могу быть уверен, что ты не слил мне туфту, чтобы через полчаса свалить закат? У военных свои причуды, а у фрилансеров свои. Сотню раз уже проклял тот день, когда согласился Вильгельму помогать. Сам он где сейчас? Сидит в баре? В ближайшем торговом посту? Что бы ни случилось, он будет ни при чем. А вот мы с тобой главные фигуранты. Слал вам координаты ближайшего разбившегося корабля. Постарайтесь быстрее их осмотреть. У нас нет так много времени. Джакоба, а почему здесь так мусорщиков боятся? Собирают себе мусор и пусть собирают. Полезное дело делают. Бесконечно далеки вы от народа мальчики из центральных систем. Изначально мусорщики занимались сбором мусора, сортировкой, продажей различных категорий отходов. И это было настолько прибыльно, что ряды мусорщиков в свое время росли не по дням, а по часам. Сейчас, например, они могут начать рассматривать в качестве мусора любой звездолет, случайно попавший в их систему влияния и не имеющий должной охраны. Разберут его на составляющие и продадут в виде вторсырья. Подошли к первой точке вероятного крушения. Начинаю сканировать. Нет, не то. Есть еще две точки с координатами разбившихся кораблей, которые могут стать интересующими нас объектами. Я полагаю, эти 9 враждебных кораблей создают нам помехи. О! А что это там шевелится на нашей территории? Металлолом какой-то! Ну вот, опять сортировать мусор. Да что вы переживаете? Там дел-то на 5 минут. Thank you.
Возможно, это тот корабль, который вы искали. Сканируйте. Бинго, тот самый корабль. Считываю данные с бортового журнала. Все, можем возвращаться. Наемник работает в принципе на любого, кто платит за услуги. Не на любого, но в принципе да, это мой хлеб. А сможешь поработать на меня? Ну, если придется. Конечно. Тогда я обсужу это со знакомыми шахтерами. И если ты не против, мы бы хотели нанять тебя. Да не вопрос. Гертренд, встречаемся у гиперврат системы Бисмарк. Рады, что вы смогли выполнить миссию. Пожалуйста, передайте данные карателю. Вильгельм, напарник, а ты не мог помочь мне в бою с мусорщиками, когда я получал эти ваши сверхсекретные данные? Нет, увы. Это выходило за рамки моей компетенции. Внимание! Это каратель 1. Нами обнаружен нелегальный склад оружия, находящийся в облаке Майсен. Передавайте координаты. Трент, не хочешь поучаствовать в операции федерального масштаба? А у меня есть выбор? Конечно, нет. Тогда, пожалуй, поучаствую. Склад обнаружен. Вижу противника. Каратель 4, на вас грузовики. Остановите их. Остальным уничтожать истребители. Вас понял. Выполняю.
Генри, что там с грузовиками? Грузовики продолжают движение. Нет, стоп! Грузовики остановились! Грузовики остановились! База! Вижу базу! Каратели, входим в зону действия. Приказ оказывать поддержку звену карателей. Тренд. Приказ оказывать поддержку звену карателей. Атакуй оружейные платформы. Отлично, Гератренд. Осталась еще одна. Каратель 1. К ликвидации базы готовы? Никак нет. Здесь слишком много кораблей противника. Вас понял. Тренд, разберитесь с оставшимися корсарами. Сектор чист. Торпеды готовы к запуску. Объект уничтожен. Миссия выполнена. Каратели, оцепите район и изучите останки базы. Гертренд, следуйте на Шарнхорст. Мне только что передали, Гертренд, что с вами хочет пообщаться один из адмиралов Рейланда. И много у вас адмиралов? Да нет, по пальцам одной руки можно пересчитать. Тебе оказали большую честь.
неплохо. Будет что вспомнить старости. Тренд, вы первый. А вот и сам знаменитый Трент. И чем же я так знаменит, мистер... Райхман. Адмирал Райхман, если позволите. Мое почтение, адмирал Райхман. Так чем же я знаменит? О, мистер Трент. В последнее время в некоторых кругах только и разговоров, что о вас. Надеюсь, Гервильм достойно оплачивает вашу работу? Не жалуюсь. Скромность похвальная, благодетель, Гер Трент. Но одной благодетелью сыт не будешь. Я распоряжусь, чтобы ваш гонорар за последнюю миссию был удвоен. Всех благ, Гертрен. Так вы считаете, что он тот, кто нам нужен? Безусловно, гер-адмирал. Он тот, кто поможет нам выполнить все известные вам задачи. И вы это гарантируете? Абсолютно. Хорошо, мы принимаем в работу ваш сценарий. Посмотрим, что из этого получится. Благодарю за оказанное доверие. Не смею вас задерживать, Гер Вильгельм.